Судя по всему, Сухум становится постоянной площадкой для абхазо-российского диалога. Республика уже принимала не раз экономический форум, где обе страны обсуждали вопросы сотрудничества в области туризма и сельского хозяйства, торговли и строительства. А сегодня говорили все больше о проблемах бизнес-сообщества Абхазии и России и перспективных направлениях сотрудничества. Спектр вопросов, которые мы обсуждаем, он достаточно обширен. Я вообще хотел бы призвать к такому заинтересованному, открытому, ответственному диалогу. Мы постараемся обойтись без лозунгов, без торжественных, так сказать, заклинаний и призывов. Давайте попробуем обсудить животрепещущие вопросы, проблемы, которые возникают у бизнеса в Абхазии, которые, возможно, есть во взаимоотношениях между бизнес-сообществом Республики Абхазия и Российской Федерации. Попробуем сделать это в таком вот режиме реального и открытого диалога. Взаимодействие предпринимательского сообщества и власти, государственная поддержка малого и среднего бизнеса, развитие торгово-экономических связей Абхазии с регионами России через торгово-промышленные палаты. Это лишь небольшой перечень тем, которые обсудили участники встречи. Все выступающие отметили гигантский потенциал и возможности нашей страны, которые пока еще не задействованы. Перспективность и высокодоходность бизнеса, которые могут быть на территории Абхазии, привлекают сюда много инвесторов, которые рассматривают в той или иной степени свои возможности. И мы заметили, что в правительстве республики активно ведутся поиски и вот принимается решение по совершенствованию системы поддержки предпринимателей, по совершенствованию и качественному улучшению работы всех органов, особенно государственных органов, которые связаны с инвестиционной деятельностью. И мне представляется, что вот сейчас, наверное, в Абхазии есть какой-то новый этап развития. Абхазо-российский деловой совет был создан для расширения и развития деловых контактов и взаимовыгодного сотрудничества между абхазскими и российскими предпринимателями. Одна из главных целей – продвижение российского бизнеса на рынке Абхазии и привлечение абхазских инвестиций в Россию. Организация зарекомендовала себя не только как эффективный инструмент для придания дополнительного темпа развития, но и как структура, сумевшая объединить усилия в организации конструктивного диалога предпринимательских кругов Абхазии и России. Низ Фарш, Бабислан Джинджоли, Тимур Гогохи, Абхазское телевидение.